Судьба паладина. Тома, ты все остальное, я в каске. И все остальное, Жадина. Я в каске. Все, короче, у нас свой танчик на пол. У нас есть хант, мало ли что вдруг сбоку поднапулить. Слушай, это, Войт, у тебя же танк можешь продержать 53 стака на этом? На кораблях свободно, наверное? Да, конечно. Ну и заебись. Значит, добудем это. А я могу спокойно стоять и трэш убивать, как в прошлый раз. Мы на фул пойдем, не? Да, мы идем на фул. Ой, как хорошо. Так, и дальше мне что касается... Красавец. Я на кораблях убиваю трэш призывной. Дальше, да. Никита Марсец, ты как? Ты 2 часа у тебя времени хватает, да? У тебя получается. Надо, мы успеем. А 2 часа немало. Я, конечно, извиняюсь, сейчас какой-нибудь ребут сервера и все. Ну да, то будет час ребут сервера. Сейчас, смотри сам. Как бы можем тебя заменить сразу, чтобы не вешался КД. Или ты хочешь пойти просто что-то выбить? Просто сейчас ты уйдешь через 2 часа, тут мы в ребуте полчаса мы можем просидеть, поэтому. Чем могу помочь? Давайте это самое Дискорд дадим. Юноша. Всем привет. Во! ДЦшка пришел, а я ретриком. У него уже ДМ. Куда вы? Блядь. Всего капши? Да, Саш. Да, у меня уж КД. Саша уже был целка, он уже слинял. Его в оборот взял Санечек Шпукер. Иди сюда, заходи, бля. Все, он такой, да-да, мой господин, я иду. Да-да, моя прелесть. Да-да. Как дела, Саша, тебе? Да пиздец, нахуй. Че, так все печально? Печально? Вообще. На улице... Жопа. Так неохота. На домашней работы много. Слушай, а чё жопа? А чё жопа? Дорог нету. 60 километров. Только убивать. Ну, рук 60... нету. Да. 60 километров, кубометров дров, блин. И ножик дали, сказали расколоть. Он сидит, видишь, развлекается. Одну чурку за весь день расщипал. Теперь пришел играть. Все, в общем, давайте. Здесь холи пау. Тотем есть. Ча это есть. Что там меняем? Милихаст есть. А что у вас это холи пау? У вас шам зараженный есть. Скахиль, блядь. Я хоть могу на говорить чуть-чуть. Видишь, мне пришлось это, раз Петя страдал, он меня заставил. Че, Петя страдал? Вы че там Петя бежать, я не понял. Проходку мне сделали в Кару Геру. Никита, Марсес, ты здесь? Ну ладно. Ты, сейчас только дружи без обид, смотри, я спрашиваю, а будет через час стрелок, ребут сервер на несколько, тоже там может быть минут на 20. Ты если будешь вешать КД, как бы, или все-таки ты хочешь пойти по максимуму, сколько успеешь. Все, я тебя понял. Давай, вот здесь, хилы здесь. А ключ кого нет, еще погоди. 4 часа рассчитывай. Хан здесь, Шопой здесь, и здесь, здесь, здесь. Петя здесь, и здесь, все, погнали. Понятно, мне надо сделать прилог, блять. Нет. Это самое. Того самое. Бана. Бана хилобота. Герой, страх ваш самый опасный противник в этих жопках.
Приз, ты в Дискорд зашел? Надеюсь. Красавчик. Дай баф свой. Красивый все. Ну, спасибо, родной. На сколько заходов мы идем? Репа фарм, что ли? По максимуму. Саша, с не этого убьют этого черта. Похиль, то есть сожжень, ты, блядь. Илан, давай до этого из релога сделать, ебаный. Иди релогайся, чё. Да ты же, блядь, что-то не прохилить не можешь. Я не хилю, потому что. Я в этом коконе. Как-то ближе подойди к ребятам. Так я в миле стою. Блять, миленький. Их он уходил лагал. Повысим. Похиль пока. Пока это. Вот, не набирай там. Да, сейчас я быстренько релогну, сильно нахуй хилбот слетел. Поебень какая-то непонятно. У меня, кстати, такая же фигня была. Пошли мы в ВК 25-ку, на первого босса начали убить, и у меня вот как начали только бой, у меня хилбот просто слетает. Ё-моё. Здесь два варианта. Либо кто-то хилбот сейчас переставил персонажа куда-то, либо, не знаю, либо сам хилбот вальдит. О, блядь. У нас сегодня рейд в мифик. И да. Нахуй будем хей в мифике пиздить. Зачем? Да, держите меня сильно. О, все, заработал, заебись. О, теперь как будто руки заработали. Ребят, Гера будет с пола у этого босса. Пусть хоть Петю подождем, нет? Не, подождем Петю. Я только вопрос, блядь, у кого-то рыба есть? Так сейчас понял, потому что я не взял ее. У меня обычная есть, бичевская. Давай четвертую куплю. Так локов нет. Локов нету. Блядь, ладно, я возьму Саша, там ему куплю, положу, отдам. Попробуй скачать туда обратно. Все рейды куплю, положу. Че хуя крыло в цене выросла, не покупать. 102 золотых я с утра брал. Одна штука? Да. Это хуйня. Я тогда сам взял. 80 золотых я вот со старта покупал. По 102 я даже продавать не хочу. Я их наделал, мне жалко. У меня благо все есть тогда. Ух ты, блять. Че, выходим? Обновляем. Обрубримся. А ты себе троянский докачал? Блять, троян не греешь, могу говорить. Я понял, раньше был как нормальный ник. Дикей, блядь, или дикей. Конь, просто конь. А сейчас что-то просто конь, бля. Просто фиг. Я давно докачался, кольцо, он просто. Чего кольцо докачал? Давно, говорю. Говно говорит. Говно говорит. Угу. Че, мы когда в Каругер пойдем? Ганам ебал. Завтра пойдете в Каругер. Я не могу завтра. Значит, завтра пойдете в Каругер. Ну, вторник, среда. Видите, там, есть уже, там уже допроносы. А? Целка. Во вторник можно собрать, там допроносом свой будет собирать. Это. Вы рыбу там будете сейчас или пулять можно? Я смотрю, нет рыбы в банке. Ладно. Давай так, я бомжовскую рыбу. Я бичевскую ставлю. Жрите. Погнали, попробуем. Вообще. Пойдем как раньше. Там какой-то день допронос. Может... Десятки. Вот в тот день, когда они допроносить будут два босса, можно кару пойти. Ну типа, если они в понедельник не пройдут или пройдут. В
хуй знает. Чем мы же сегодня вроде хотели собирать. Стой! Уже поздно, погнали, под босса встали. Давайте Гера с пола. Че ты сделал? Не знаю, ты че в лоб вводили? Я думал, все. Хан в огне не стой, бля. Вообще ку-ку. А че, вы не бафнули? Я парни мысленно с вами потом. Не поел. Не поел, нет. Не выпил. Хуй знает, я 10 секунд сидел, ел, поел нормально. Ну, мы поели обычного, а там нормальную поставили рыбу. А-а-а, я не видел. Дух ДЦ с вами, ребят. Ты хочешь с нами пойти? Нет, сейчас, мой в принципе, дух босс умрет, можете поесть, она же не исчезнет. Я на стриме слежу, смотрю, как вы там. Ятя, не подведите, не вайпайтесь. Ну, один уже сдох. Два раза в огонь кинул в одно и то же место. Хуя ты, бля, дурачок, это самое. Чё было за мной бегать? Пойдёт на баклажан. Ну чё, блядь, охуел, что ли? Под стоять надо. Чё, блядь, такой нервный? Нихера, чё такое, блядь? Потому что... Женя, он мстит тебе. Потому что ты на Легионе играешь, он мстит тебе, Сирис 8. Бля, я его на Легионе, знаешь, сколько раз уже убил? А тут он тебе пиздюлей питается дать. Подошел, ему щелбан дал, он упал, блядь. Это самое, чмык, сейчас тебя никто не будет рисать, сам заходишь, через портал прыгаешь, побежал. Выходи уже. Не надо. Блядь, я думал прокатил. Что-то, Жень, ты плохо дамажишь, да? Я вообще ужасно дамажу. Нет. Элик, ты кем идешь? Так у меня только хилом взяли. А? Я просился ретриком. А, тебя шаманом взяли хилом? Почему? Рэпалом? Ой, холипалом. А ты же стрим смотришь. Да, и меня, я же в рейде еще сижу, и параллельно у меня в маленьком окошке стрим. Дедали с ней живешь. Добивайте козла. А здесь рыбу хавать. Давайте я подниму чего-то. Нельзя себе поднимать. Дайте рыбу похавать, блядь, нормально. Ой, какой плащик царский-то. Плащик царский, прям хочу. Я, если что, все пылю. Ну, на одноручку на лоб берите. Я заберу на танка. Я сегодня не делал. А сегодня какой квест на десятку забыл? Чумка, по-моему, да? А в 25-ке перевербовка. А в 25-ке ладно. Как бы я хотел... Ой, леди. Леди. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты? Вам удалось... Чё, Рома всё сролил? Рома. Нет, ты выиграл спину. Хорошая спина. Да, ретрика? Распылить. Ну да, только я бы лучше с кораблей хотел. Ой, ребят, это самое, РПДшники там, ФДшники. Ты разговариваешь с тобой, ты их сейчас? Ребят, вы, если на вас бежит моба, вы переключаетесь на другого, как бы домашнего. Не выбирайте агро опять заново. Лайфхак. От скибиди, блядь. Как я давно бойчика в рейде не видел. Он так редко играет. Да. Каждый день шел от нас бродяга. А, ты из другой гильдии? В другой гильдии сейчас? А, у нас получается два пуга. Это что он бьет? Ну, косты же кикаем. Нас клив заклеивал. Нас клив заклеивал. Вставайте, бегите, это ж трэш. Вообще бегу, бегали. И побежали уже, сами догадались.
делаешь, мяк, клиф, клиф. Что там? Это, Шупаш, в гильдии не хочешь к нам? Но дневная гильдия. Это тоже сейчас, просто сегодня так по фану собрали, пошли. Закрываем все, кроме целка 25 обучки. РТ в час дня. Ну, в 13 по серверу. Да, ну плюс-минус минут 20. Точнее, плюс 20, ну там как все подходит, пока что меняет. У нас много замен, есть замена, но я думаю, будет собираться со временем второй статик 25. Хотел бы. Только что, выходные, может? Да. Ну, ничего страшного, смотри. А выходных у нас только в субботу РТ и все. Воскресенье никогда не было. Вот так. Ну, в общем, это. Ну, купить что? Это дерево, это отпиться, пожалуйста, вот не гуляй. А можно там ребатик касочку? Сейчас всем дадут касочки, все дадут. Смотрите, ребят, давайте, короче, переключайтесь, все РДДшники пускай хуярят босса, переводят, и мильки будут бегать туда-сюда, переходить. Все. Все, все отпились, все довольны. Можно начинать. Давайте РДДшники хуярьте его. Ты почему? Ты по возможности просто закидывай этот на пол трэш сюда. Всем больше. Можно было и в одного хила идти. Так, не перени это. Не забеднись. Сейчас, блядь, сейчас Стас докачает там все шаманы, и будем ухилить в 25-ку вдвоем. И будет очередь на ДД. В смысле? В смысле, ну будет хороший два шама хилить, блядь, 25-ку, и все, и нахуй не нужно будет хилы больше, блядь. Да. Наконец-то я буду на замене сидеть, а с хилы нахуй не нужно будет больше. Да. Будет только от мечта, у кого-то кто-то отдохнет. Сразу куча появится сов, фейлимов появится. Чё ДПС, мам? Босс, босс. Давай, это самое, ребята, по возможности подбивайте косты, я буду вам помогать. Герб. Герб, КД, 2 минуты. А у меня нет, так что давай. Нужно с тобой умирали пить. Да, да. Нать, нать, все, получите. Бейте ее вдвоем. Все, опять я сейчас разъебет ее. У кого-то дух летит, дух, Марсес, дух, дух в тебя, родной. Духас в тебя летит. Духас Вячеславович. Духас Вячеславович, да. Хуя, я прям в газ летит. И Жека утонул духа. Да, мне понравилось, мне еще газ прилетел. Мне еще дух прилетел, блядь, и газ прилетел, видали, какой я отхил, блядь. Под затыльник тебе, Вова. Вот, дух и дух идет, Форцеза, смотрите, идет, Форцеза, идет. Районный штанчик, давай, ты можешь. Давай на пацана. У нас опять пати, блядь, дурачко. Забралось на ха-ха, идем, блядь. А что тут обычка? Возьми, это сильно. Ну вот такой себе, хопа, моё. Блин. Куль, надо же дамажить, просто начинать. Мал хелпич. Так, ты отдаешь по мейну, понял, да? Понял, да. У меня ретрик. У него ретрик мейн. Ты? Какой ты ретрик? Ты шаман, блин. Так сейчас отдам. Такая нифига как в крысу, да? Стой, куда ты?
Че вы там, где, блядь, алло? Романыч, она хорошо зайдет. А, Романыч уже сейчас будет там ДПС искал. Сила атаки в РСС. Поехали. Он будет палкой ебашить, нужен крит, но он будет с палкой ебашить, чтобы сила атаки работала. А я хочу себе ДЦшника сделать через автоатаку. А там сейчас не заводится? Слушай, Войд, дракон. Нет. Нет, не выйдет, потому что я помню, раньше где-то он выводился, как уходил. Тарьянский, ты же за кружкой бегаешь. А я за нигилочку для наших, я знаю. Мало ли их. Сейчас скажу, кому кто выиграл. Там Батхак выиграл. Да. Чмыга, 92. Хантаз, заводите на череп. Ну, блядь. Хант, она нормально, либо что. Погоди, я посмотрю на Романа еще. Почему где выбор плюс вечное пламя? Погоди, что выбор чё? Выбить надо. Выбор что стоит у тебя? Почему где выбор стоит? Нахрен тебе, блядь. А, ну тогда да, тогда выбор лучше. Где Романыч? Романыч, блядь. Не, Тимур, ты чё, сообщал, что ты уж хорошую... Стояли, смотрели на лифте, как он там проверяли, ездит нормально, нету багов, глюков там. Давайте, берите, да, короче. Роман еще можно, у него ПВПшная стоит. Давайте, ребят, берите эту самую хунюшку, короче, называется. Я хунюшку беру. Репорт, это самый, вой туда-сюда. Троянский, туда, давай, сюда. Одевай танк-спек, будь во фросте, как бы, не танк, меняй, танк шмотки тебе надень. Просто да не надо, там есть жизни выросли. Они по тысяче. Одного ретрика поставь, и все, он на себя щиту кидает и дамажит. Я буду там стоять, да. Все, Роман стоит здесь, хорошо, я не слышал просто. Все, тогда погнали, запускаем. Роман затащит. Все здесь, все готовы, все, тогда погнали. Агробав только включи, чтобы... А, стоп, чуть не сказал, это самое... А кто в пушку сядет, блядь? Одного хила сади в пушку. Чмыгу можно посадить. Чмык, садись, чмык и Марсе, садитесь в эти пушки, не башни. Чмык умеет в пушке сидеть? Не умеет он. Ну и все. Ладно, я ДЦшником всего пойду выхиливаю из босса. Вернусь через 10 минут, короче, да. Ты офигел? Это самое, ой, там будешь перепрыгивать, говори ребятам, если будешь, решишься. Там побил их. КВ не был еще, да? КВ? Нет. Когда я Романыч, вот Романыч, дай его кину. Щита яйца. Вот, свои шары положу. Сейчас вы ответите перед Саурбангом. Пашка. Чего, Жень, когда с Вованиром пойдем? С каким Ваниром? Когда Ваванир собирать начнем, и тебе, и мне. Да, я не знаю, когда. Мне кажется, блядь, когда будет хэм режим, Саш, ульды, тогда я буду собирать Ваниром, да. Короче, капец, еще не скоро. Не, надо собирать, да начать, нет. Надо это самое. Через полтора чуть-чуть... года? Мак! Мне чуть-чуть легион уже сам бы надоел, потому что там, блядь, одно и то же, по сути, идешь, ключи, блядь, закрываются большие, в конец смысла. Надо сходить и бульдог уже собирать, давай с пяток ходить, если блядь, уже начать. Скажешь, когда отсюда сваливать? Ох, не понимаю. Я не могу фанта похилить, почему? Что за хуйня? Пушка сидит, хуярит. Я пушка. Блядь, дружище, я испугался за тебя, думаю, теряем. А сверху прикольно смотреть. Давай, спускайся. Не. Жень, не еби мозг, давай. Полчаса залазил. Хиль танка, давай. Смотри, как проебывается, да, хил у вас? Я вообще никуда не нажимаю, блядь. Кинь частицу на этого, на Романыча, и хиль для танка. Мы тут вдвоем с Трояном все разбираем, да? Да. Шипа, здесь а вроде ачива есть, что корабль, но... Да, ни разу не припрыгнет. Давайте, все, пусть ебашит. На ШП здесь, пусть здесь стоит, он ебашит хорошо, трэш стоит с Романычем.
Два долбоеба хилят. Там два долбоеба бесел, все разносится. Все нормально. Но мы даже портал разнесли, понимаешь? Два дебила, это сила, бля. Вот полностью защищен корабль, я сразу Мурадин. Посмотри, все стамак выбежал. Че, давай Мурадина задамажим. А он опять появится все равно, какая разница? Я по порталу играю, ты все остальное. Ну вообще охуел, в воздухе стоит, да? Читер. Прикинь, если сранцем прыгать, то еще и урон наносит. Ну да. Слышь, сранец, блядь. Там хиль. Подожди, я на Рому прыгаю. Вы знаете, почему, блядь, не убили Ануба? Потому что похуй маялись. Мы убили Ануба. Это просто Рома не задамажил. Ну, все косяки, бля, напал, ёпт, его не добил. Опять зачищен, блядь. А чё вы поубьёте? А чё он так высоко стоит? Ты как туда его посадил туда, блядь, Войт? Я прыгнул наверх и сказал ему, слышь, пидор, иди сюда. Охуеть, блядь, я так сейчас заметил, не пойму, блядь. Вижу, где ты его ебашит, а где он стоит, я не пойму. Сейчас это хиль, типа, серьёзнее, там, стаки, короче. Но я пока не прожимался. Ты под себя прыгаешь, он медленно будет бить. Да не, неохота, да, блядь, соскользнуть ногу на. Колдун. Ногу не сломай. После колдуна съебываем, короче. В шлюпку прыгнешь и как шлюпку его. Валим, да? Да прыгайте уже, потому что это вам. Кровь вампира. Не надо, да умрете там, стойте там, делаем ачивку, пизду заебали. Добивайте. Ну. Какую ачивку? У вас уже корабль полх. Вот на абордаж, да. На абордаж. Изи. Не открывайте, я не на корабле. Все, можно теперь, блядь, это самое... Давай. Мы сделали ачивку. Мы сделали ачивку. Огонь. Вот смотри, сейчас... Не дай бог, сейчас труба выпадет на РДДшник. Подожди, а как... У меня же драка будет, блядь. А как мы ее сделали, если я вообще не прыгаю на корабль? Блядь, я... Не более двух раз. Каждый игрок не более двух раз. Воздушный десант. Так, вы не пока? Подождите. Ждите. Все здесь? Нет, да. Воздушный десант, блядь, упал. Стой, не надо никого. Ждем Войда, давайте. Меня пиздят. ВДВшника ждем. У входа там 50 тел стоят, они меня хотели отпиздить. Но не успели. Так такой сладкий ДК вышел, чё нет? Там какая-то лужа меня дамажила. Не успели. Зашёл? Подъем смертоносного, да. Да, всё здесь. Давай, чё там? Так, не дай бог труба. Не труба. А что там? Есть там остальное? Вечная зима есть вечная? Мой плащ. Нет. Нет. Блядь. О, запы! Мои. Забирай. О, запы в натуре Навара, да? Да нет, по очереди. Здесь мало. Ну, типа нельзя, нет, поменяй, братан, бери шмат. Забирай шмат себе. У меня метка из тиктап, поэтому я не смогу выходить. Чё за пароль сразу? И мне плащ надо, кстати. Ебаная, сука, хуйня. А вот плащ я хочу. И я. Да, я по-другому делать пизду, я не могу, у меня сейчас все залагалось этим на ходу. Петь, на, возьми это самое. На тебе лидера отдам. Сделай, пойдем, я шмот залагал. У меня, блядь, ебаный, Саша, бля, включи ЕПГП себе вчера, блядь, я всем начислял, я сейчас я просто разбирался с ним, потому что, блядь, у меня по ней не начисляют. Распределение добычи, Петь, поставлю себе. Сдайте, я сейчас сделал лагал, отключу на ебаный ЕПГП. Зачем? Нахрен нужен. Запад. Запад. Чмога один тут. 3-4-2-1-0. Пуск. Пуск. Вдалеке. Блин, я бы теперь попал. Ну, хоть лучше это ЕПГП ебаная. Шляпа. Дай. Не дам. Ладно. Все-таки дам. Из 12 минут. 12 минут релог. Отлично. Романович, тебе нахер этот плащ не нужен, заявляю авторитет. Запускайте. Я этого троянскую вшу не могу. Давай. Пей, давай, все, ты там. Я поменяю его на 25-ку сразу, когда выпадет. В смысле на 25-ку? Ну, с 25-кой плащ падает тоже.
тут. Все нормально. Давай, Петь, ты там лидера запускай. Да. Сбей своего лидера обратно. Все, там это... Кто там рядом станет, заберет. Ромыч, заберешь и рядом станешь? Под четком, ладно? Ромыч? Так я всю дорогу с выключенным микрофоном сижу, заебись. Да. Роман, там рядом встань, потом заберешь босса, ладно, у Войда. Ну, скажешь когда. Ну, время, да он тебе скажет сам. А зачем? Мы же в прошлый раз убивали под меткой этой грёбаной. Да? Просто зергоды Геру дали, и здесь не будет все. Че, у нас Гера с полу будет, короче, ребят. Да? Блин, я тотема поставить не могу. Че, лапки у вас нет? Ставь тотем. Лапки? Дайте лапку, блядь. Есть лапка на рейде. А все флажки выпили банки, да? Кому там лапку, да? И на хп еще. Какие? Про эти, что ли? Да, уже две бафнули. И на хп еще, блядь. Титануса. Я маслом намазал. Я себе грудь маслом намазал, если что, вдруг. Давайте, все. 9 секунд. 8. Спасибо. Я распула, давай. И вашим. Кризал Токаран. Че там баран? Кризал Топаран. Кризал Топаран. Вязал толпу баранов, я понял. Давай, ребят, ебашьте. Вон, 20. Я бы с радостью, ебашьте. Паладин не хочет бурю критовать. Щука. Ну, бывает. Тебя 40% шанс. Мобы вышли. На голд хелпе метка. Я думаю, Даш может проплыть. Ну, ты Даш можем почистить, или он на типа лестнице. Ну, открыть проход, туда пройти, до жирного дойти и покурить. Да, надо бросить курить. Правильно говоришь. Покурить и бросить, да, пить? Да, как бы день-то вас разбросали. Бычок себя это соседа в окно, блядь. Я просто у соседки, блядь, пиво украл. В подростковом возрасте. Ящик пива стащил нахуй с балкона. Не 13 этаж, не у меня 14. Поймал ящик пива и вытянул его. Рыбачил он стоит с полбоку, я понял. Блядь, ну знаешь, сидишь, блядь, пивом, нахуй. Ящик пива лишний не бывает у молодежи, блядь. Конечно. Все красавцы, блядь. Убили просто, нахуй. Шотнули. Просто, блядь, не стало. Пузырька. 10 секунд, что-то там, блядь. Вот опор. Вот опор, блядь, нихуя себе, бля. Романыч? Да хули, Романыч, он мне нахуй не нужен. Ну давайте. А чё не группа стоит? Войду надо, на танках. Вон, Войду надо, не надо. Мастерством все дела. Мастерство кап собрать. Оно вошла, кстати. Вот, наша девочка пришла. Какашка нужна кому? Да, нет. Могу. Мне не надо. Там палы пробежали, открыли? Шипы тебе надо, да? Мерседес тебе сильно надо? Или просто поржать? Ну, там. Ну, давай тогда на оф отдадим. Давай шипочки, честно, на оф не надо. Сам... Стой, парень забирает он. Ну, транс и оф это одно и то же, так что... Побежали.
Побежали. О, задание уже взяли, заебись. Что там до ребута? Да 7 минут еще трэш успеем захерачить. Одного жирного запинаем и все. Потом лучше постоять. Дух боешка упадет, а мы ее проебем. Все, точно. Вот. Я там это самое, там Мария просится в рейд, надо будет сейчас ей место скрыть. В смысле просится в рейд? Как она посмеет? Хилить вас будет. В смысле хилить будет? А дамажить кто будет? Ты? Нет. А вот хилит, вы будете дальше идти. Ты свалить решил? Ты? Не смей. Не, ну я понимаю, что не могу уйти, потому что шамана нет геры. Как понял бы. Я ощущаю дикие лаги. Вот это я точно ощущаю. Нет, пока что не знаю. А нет, ничего. Ребят, дайте самое. Бля, я слизень, давайте кто-нибудь продискольте нахуй. Вы что делаете? Я слизняк. Романович, прокай були, давай. Если були, я тут, блядь, диспелом занимаюсь через баблы. Шипы, если тебе нужна репутация, то лучше вставай, чтобы быстрее нашла. Хотя будет капать. Не лежи. Я опять слизняк. Это хорошо, gold help, gold help, gold help, gold help, display. Да я, блядь, слизняк сам. Они оба слизняка. Да? Да. Не, наверное, к слизняку вселили. Ну а ты? Забыли бы уешку положить. Их никто не предупреждал о наших планах. Вы уешка идете за будет... Это будет быстрый технический ребут, так что не надейтесь на долгий ядро. Ну лагает жестко, прям вообще жестко. Прям ну, я думаю, надо прям как будто ходить обратно, надо все-таки включить лаунчер. И... Они написали, что без обновлений. Ну, я им не верю, Петя. Я не жопу не моя. Ты уже привык к Сирусу. Просто я был когда в это на груля пошел в обычку с ребятами там. Такой стоишь, человек, ребут, блядь. Мы больше править не будем. Хуяк опять ребут, хуя. Бля. А меня больше прикололо. Ребут 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 20, 30. Да, и такое может быть. Все, ребят. В течение часа ребут. Все, ребят, не агрите, больше не агрите, ребят. Давайте, идите курите, есть возможность. Окей. Сидите, покурите, все, делайте логаут. Если у кого-то бульки висят, делайте логаут сразу же, и все. Давайте.